Ямал не получит денег на высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам. Глава правительства Дмитрий Медведев накануне утвердил список регионов, куда будет направлена денежная субсидия. Из регионов Уральского федерального округа самую крупную субсидию получит Югра – чуть больше 400 миллионов рублей. Почти половину достанется Тюменской и Челябинской областям – 199 и 195 миллионов соответственно. Значительно меньше получит Свердловская область – 64 миллиона рублей. Помимо Ямала в перечень обделенных регионов также попала Курганская область.